Гавриленко Павел Яковлевич, заслуженный тренер России по модельному спорту. Сегодня мы проводим соревнования, посвященные старейшему организатору авиационного туризма среди школьников Юрко Виктору Григорьевичу. Сколько участников и что конкретно будет происходить? В чем они будут соревноваться? Ну, у нас сегодня принимает участие 15 спортсменов. Разыгрывается первенство по радиоуправляемым пилотажным моделям. То есть они будут запускать в небо свои модели? Да, будут выполнять теорию пилотажа, и вот оценивается будет качество полета каждого модели.